Доброго времени суток, дорогие любители тенниса. Меня зовут Владимир Светлица, это Public Betting U Tennis. Рад вас приветствовать сегодня. На этот раз мы с вами записываем подкаст, но подкаст с очень вновь интересным гостем, с Савриян Данилов, с которым мы общались буквально совсем недавно. Савриян, привет. Да, всем привет. Расскажи, пожалуйста, что с тобой происходило в последние месяцы? Мы с тобой общались в концовке августа. Доволен ли своими результатами в конце года? Доволен ли, в принципе, результатами в этом сезоне? Какие цели ставишь на следующий год? И вообще, где ты в данную секунду и чем занимаешься, собственно? Да, ну, наверное, начну тогда с первого вопроса. Значит, мы общались, да, по-моему, в конце августа, и в целях и задачах ставил себе на этот год все-таки выиграть титул на фьючерсе, потому что достаточно много значит и придает уверенности. И, в принципе, почти сразу же после нашей беседы, буквально через две недели, второй же турнир, и сразу же это удалось сделать. Был действительно счастлив. И мне показалось, что на тот момент, что если уж получится выиграть титул, то и рейтинг, соответственно, поднимется. Но, как бывает, в принципе, форма была неплохая в сентябре, и потом получилось, что я поехал на челленджер после победы буквально через неделю в Нур-Султана, и там прошел квалификацию и круг. Удалось сыграть с игроком топ-100, Карантин Муте. Он достаточно неплохо играет. Счет, конечно, получился достаточно разгромным, но так по игре, если честно, не скажешь. И я сам немного руки просто опускал, когда проиграл свою подачу, но шансы были бороться и мог бы сыграть совершенно по-другому. Но это все, я думаю, опыт. И матч действительно был полезен для меня. Затем получилось все-таки выступить на Кубке Кремля. Для меня тоже значимым, конечно, не в одиночном разряде, как хотелось бы, но все равно это было здорово. И затем, конечно, пошла такая небольшая черная, так сказать, полоса, небольшой спад, после которого все-таки принял решение уже отдохнуть и начать подготовку к следующему сезону. Значит, в целом, если оценку этому сезону предоставить, то, в принципе, титулом доволен, игрой, в принципе, прогрессом в игре тоже доволен, но рейтингом, наверное, не очень. И, в принципе, сейчас вот задача это будет поработать над своей игрой, потому что над ней можно много очень куда стремиться, к чему стремиться и много над чем работать. Понял. Расскажи, пожалуйста, про матч с Карантеном Муте. Я не случайно спрашиваю именно про него, потому что Карантен по рейтингу это, наверное, твой самый серьезный, да, соперник из тех, с кем ты играл вот на данную да, секунду. Мы официальные матчи играл, да, он, по-моему, сейчас топ-80, по-моему, да, входит. Да. И я хотел бы еще просто добавить, Карантен Муте это один из тех теннисистов. Наблюдая за его игрой, складывается впечатление, что с ним можно играть, что он дает возможности, что он психологически не очень устойчив, да, в некоторых моментах. У него немало двойных ошибок, он нервничает. Так ли это на самом деле, насколько с ним действительно возможно играть, несмотря на его, казалось бы, высокий рейтинг? Расскажи вообще про его. Я полностью согласен, что с ним играть возможно, если там, например, сравнить с другими его игроками, которые тоже входят в топ-100, а может быть даже и стоят ниже, чем он. Он просто, ну, если так заметить, то я его знаю по юниорам, он на год старше, и он по юниорам очень хорошо всегда выделялся, видно было, что чувство мяча у него отменное, и он бегает по корту, передвигается очень быстро, но что касается подачи, у него действительно, по-моему, очень большие проблемы с ней, как бы он не пытался ее исправить, она действительно мало ему приносит дивидендов, но когда он набирает ход, когда он чувствует, что он ведет, когда сам ему уже отдал, проиграл свою подачу, когда он ведет с брейком, тогда он уже начинает, правда, увереннее играть. А если счет такой достаточно скользкий, и с ним можно вообще спокойно играть, то есть по скорости, да, он, наверное, быстро двигается по корту, ногами хорошо работает, наверное, быстрее, чем я в некоторые моменты. Делать это на протяжении почти всего матча. А что касается меня, то я просто бывают моменты выключаюсь, и когда происходит это, понятно, что он набирает очки и выходит вперед. Но ты прав абсолютно, играть с ним можно, да. И я думаю, за счет чего он выигрывает, это за счет чувства мяча, хорошо видит корт, и
и борется, мне кажется, да. Но психологически тоже, да, он достаточно неустойчивый парень. Ну, и у него, по-моему, в сентябре, в октябре тоже такой спад был. Поэтому почему он был вынужден челленджеры играть, мне кажется. И, но хотя вот потом я хотел отметить, он, по-моему, сыграл с Джоковичем матч в Париже. Да, это, наверное, И его лучший матч по качеству игры был. да, я смотрел, в принципе, но он видно было, что он заряжен, настроен, но это просто показывает, что как бы все, в принципе, возможно, главное работать, работать и знать над чем. Кубок Кремля. Твой дебют, если я не ошибаюсь, в основных сетках турниров ATP 250, пусть и парный турнир. Но тем не менее, насколько ты... Вообще, опиши свои эмоции, насколько ты расстроился от того, что не дали тебе уайлдкарту в одиночный турнир. Ну, Алибек Качмазов и Алена Витсба в первом круге. Насколько все это повлияло на тебя психологически, расстроился ли? И сразу же продолжая тему парный матч, и один из теннисистов Симоны Балели, тоже экс-игрок топ-30, один из моих любимых теннисистов. Расскажи немного про его игру, насколько он крутой теннисист, и вообще насколько чувствуется, что даже несмотря на то, что это был парный матч, что у теннисиста высокий класс игры. да, значит, ну сразу отвечу про Балели и парный матч. Сильно чувствовалось, что Балели играет на хорошем уровне по сравнению с его напарником, если тут уже пошло на это, потому что у них разница в уровне действительно чувствовалась, потому что Балели подавал, когда нужно, принимал, и удары многие летели в корт, и видно было, что он достаточно себя уверенно чувствует по сравнению с своим напарником. Игрок он, правда, да, я помню, тоже, по-моему, в прошлом году играл с Надалем Ролан-Гаррос, чуть ли там 4-5 сетов. И, ну, действительно, он игрок хороший, но что касалось парного матча, мы начали хорошо, я был так достаточно настроен, и мы вели с брейком в первом сете 4-3, и жалко, что не могли просто взять подачу Ромы Сафиуллина в первом сете. И вот это, наверное, помешало. То есть мы, по-моему, ни одной подачи в первом сете не взяли. И, конечно, я сам в первом сете справлялся еще с эмоциями, мы так друг друга поддерживали, а во втором сете, когда первые отпустили, хотя он был уже, грубо говоря, в наших руках, уже было, конечно, тяжело психологически, и немножко подсели мы. Поэтому второй сет получился таким достаточно разгромным. Но по игре, в принципе, на задней линии бывало переигрывали, и даже того же Балери. Но что касается него, он такой достаточно харизматичный игрок, мне кажется. И я тоже действительно его уважал всегда, и было приятно с ним сыграть. А что касается насчет Валкарда, да, тут, конечно, длинная история. Я все равно благодарен Федерации тенниса за то, что они мне все-таки дали в парную сетку сыграть, потому что там были еще другие игроки, которые бы хотели сыграть. Поэтому что есть, то есть, как говорится, тут сетовать не на что. Единственное, что как получилась ситуация, то есть я был, по-моему, на другом турнире, еще на одном фьючерсе, там получилось много турниров подряд, там, и был на фьючерсе, и там все-таки говорили, что есть, наверное, возможность все-таки будет сыграть в квалификации сначала в один момент, затем через несколько дней говорят, что этого нету, и то есть так нету возможности, все, даем волка другому парню, но здесь, как говорится, я не буду называть там какие-то свои там расстройства и так далее, но да, наверное, было немножко расстроен, что не получилось, но это значит, что нужно еще, наверное, больше работать. Ребята, я считаю, полностью заслужили, потому что Ален прошел круг, потом ему повезло, он там второй круг тоже мог победить. Я смотрел этот матч. То есть ребята молодцы. Да, наверное, у Федерации сама принимает решение, кому давать, кому нет. В принципе, мне кажется, что если посмотреть на результаты в этом году, то, в принципе, наверное, можно было дать и кому-то другому валкарды, мне кажется. Но как решили, так решили. Значит, так было лучше, потому что в этом году, насколько я знаю, титулы из моего возраста выиграл Алексей Захаров и я. А вот у них, ну, у них, по-моему, не было ни одного в этом году. Но вот Алибек Кычмазов после Кремля хорошо начал играть и, по-моему, финал свой первый тоже сыграл, так что я думаю, что ему это точно пошло на пользу. Ты сказал про Алибека Кычмазова. Кстати говоря, его финал он играл против Бори Покатилова. Слышал про Покатилова Борю, я полагаю.
Я слышал, да, давно, как-то он, по-моему, старше немного меня, но я его слышал о нем как-то давно, потом он, по-моему, я не знаю, куда-то пропал, и сейчас вот вернулся, но я его не видел. Ну вот раз сыграл финал, наверное, в Да, принципе, ему. покатило в Боря, ему уже 22 года. Во-первых, он с Ростова, это очень интересный момент. Да, мы некоторое время даже тренировались на одних кортах. Боря Покатилов, по-моему, еще в 2015 году играл юниорский Australian Open. По-моему, был тогда единственным участником от России. Потом, да, пропал. По слухам, Борис немножечко подзабил на теннис. Ну вот сейчас вернулся, и в последние несколько месяцев у него очень хорошие результаты. Он обыгрывал Тобиаса Симона, и Шая Олила, и Лазарова. Ну, то есть многих интересных и достаточно сильных игроков. Да, вот так вот сыграли в итоге в финале два представителя России, Покатилов и Качмазов. Касаемо Кубка Кремля, удалось кем-то потренироваться? Насколько тебе этот турнир помог? Ну, и потренироваться я имею в виду из топовых игроков по типу там, Дамира Джумхура, Егора Герасимова. Дамир Джумхур, по-моему, в квалификации, по-моему, проиграл, да, или прошел Да, у он нас вроде топ, быстро не уехал, доехал. по-моему. И с ним в итоге потренироваться не удалось. Я помню, я в основном тренировался либо с Донским, либо с Андреем Кузнецовым или с Ромой. А поскольку мы играли потом пару, то мы тренировали парные комбинации, по-моему, я забыл, как эти зовут, один толстенький такой был парень, по-моему. Они обыграли Джимми Мара во втором круге на Кремле, по-моему, по-моему, финал, по-моему, сыграли. Это, по-моему, фамилия такая у него интересная, Ебалов, по-моему, да, так А, называется. Роман Ебавы, да. Да. Чех, Он да. и его партнер, там, они такие смешные, один длинный, худой, другой такой По-моему, с толстый. Зеленаем он играл, если я не ошибаюсь. Возможно. Да. Вот и мы с ними тренировали парные комбинации упражнения, и с Ромой тренировались. А, так, ну на одном корте, помню, играли типа два розыгрыша Бедене и Джаре. С нами я играл с Женей Донским, а они друг с другом. И, ну, Джаре такой интересный парень. Если честно, казалось, подача летит очень сильно, очень быстро, а он, по-моему, даже не вкладывается на все 100%. То есть, мне кажется, что у него тоже потенциал очень большой. Да, про Джари, кстати говоря, многие говорят, что у него потенциал, и что в следующем году он выстрелит. Ну, у него действительно и данные неплохие, и подача тоже хорошая. Вообще, в двух словах, концовка сезона, как ее все-таки оценишь по, давай, 10-бальной шкале? Ну, концовка провальная, грубо говоря, что-то можно еще сказать. Единственное, что хорошее в концовке сезона, это был отдых, наверное, мой. 2 недели. Благодаря отдыху, наверное, тройку поставлю. Отдых был на 5, а сезон на двоечку, поэтому 3. Ты мне недавно говорил, вроде с институтом что-то там заканчивалось. Это была сессия или что вообще? Нет, не заканчивал, я только на первом курсе, да, вот сейчас вот как раз последние дни сдавал, был и в том числе сегодня. Ну да, все благополучно сдаю. Лезгов, да, если я не ошибаюсь? Нет, нет, А. нет, Лесгов это в Петербурге, а здесь РГУФК, это Московский Ага. государственный физической культуры. Понял. Понял. Ну что, давай по старинке топ-3 российских юниора прямо сейчас. Можно в... Топ-3 прямо сейчас. Ну, Алибек Качмазов, это 100%. Потом, наверное, Евгений Филиппов. И кто же еще? Ну да, Егор Агафонов. Такие топ-3. Чуть подробнее можно про двух теннисистов, которых ты назвал последних, потому что мало кто о них слышал. Ну, я с ними. Они на фьючерсы пока, наверное, не начинали. Ну, понятно, что Алибек, он пораньше там выстрелил и так далее. Но эти ребята, они, по-моему, в топ-50, или в топ-100, как, по крайней мере, юниорского рейтинга ITF. И в следующем году сыграют большие шлема, поэтому... я вот с Филиппом тоже тренировался на Кубке Кремля. И он неплохо играет, и у них неплохие результаты, по-моему, были на первых-вторых категориях юниорских. Так что... В следующем году, наверное, на больших шлемах и на фьючерсах мы их увидим. Ты, наверное, слышал про вот эту вот резонансную ситуацию на недавнем, если не ошибаюсь, турнире ITF в Дохе. Ники Монте-Кристо и Артем Бахмет, который вышел, сыграл матч, не выиграл ни одного розыгрыша, был золотой поединок для его Ну, это... соперника.
Что, что скажешь, как это вообще могло произойти и почему это, собственно, происходит? Ну, что сказать, тут такая система ITF, IP, любой человек может сейчас зарегистрироваться, пойти сыграть фьючерс. Поэтому тут они сейчас пытаются, по-моему, как-то эту систему ужесточить. По-моему, я слышал, что с 2021 года избавиться от системы LiveScore, чтобы нельзя было принимать ставки, по-моему, на фьючерсы. Да-да-да, да, я тоже слышал об этом. Поэтому, я не знаю, поэтому хотелось бы к 2021 уже перейти, чтобы хотя бы с фьючерсов на более высокий левел, чтобы играть с LiveScore, по крайней мере. А что касается вот этой ситуации, ну, ребята заработали денег, и, насколько я знаю, им за это вообще ничего не будет. Потому что что им грозит, это может быть пожизненная там дисквалификация. А, ну и как бы какая разница, если он до этого ничего не играл, сейчас вот сыграл, заработал и съездил в Доху. Ну, Артема Бахмета жалко этого теннисиста, потому что, мне кажется, у него были хорошие шансы на следующий сезон, да. Мне понравился его бэкхенд и подача. Ну, возможно. Да, возможно. Он, в принципе, неплохой теннисист, но я думаю, у него была цель номер один — это все-таки деньги. А вот это вот теннисистам некоторым мешает, мне кажется. Да. Очевидно, что в теннисе есть договорные матчи, да? С этим, наверное, глупо спорить. Я... Да, да. Со столь, да, минорной ноты, я думаю, нам нужно перейти на следующий сезон. Где собираешься его начать? Какие планы, перспективы и вообще в двух словах? Да, следующий сезон мы начали к нему уже готовиться достаточно серьезно. Сейчас тяжелые такие тренировки мы с тренером проводим. То есть предсезон подготовка всегда тяжелая, сейчас она достаточно долгая будет. Первый турнир будет 20 января. Это фьючерс $15, а затем на 2.25 я поеду в Казахстан. И там же, по-моему, еще будет челленджер в Нур-Султане, который тоже в планах. Возможно, там будут какие-то изменения, но пока что вот такие первые турниры в зале, потому что в зале мне приятно играть, в зале на харде хорошие результаты там. И будем смотреть, будем думать, как что получается. Сейчас могу сказать, что на тренировках, в принципе, видно, видно то, над чем мы начинаем работать, там начинает получаться. Так что следующий сезон, я думаю, должен стать таким решающим, определяющим, потому что, в принципе, уже был опыт и с игроками топ-100 и с другими, поэтому я надеюсь, что будет много побед и хорошая игра в следующем сезоне. Есть какие-то планы на челленджеры, турниры ATP 250 и так далее? Да, конечно, хочется. С следующего года же ввели челленджеры с меньшим призовым фондом, по-моему, и где будет 50 очков за победу победителя. То есть это такой переходный между 25-ками и челленджерами 90. Правда, пока в календаре мы смотрели, там всего лишь два их добавили, и то они там, по-моему, в Южной Америке. То есть далековато туда ехать, но вот хотелось бы на них тоже выступить удачно и на более высоких категориях. И там уже, соответственно, и рейтинг будет подниматься. Поэтому планы есть. Конечно, в следующем сезоне хочется в копилку себе уже положить титул не только фьючерса, но и челленджера. Поэтому буду для этого работать сильно. И я думаю, что следующий сезон будет весьма интересным. Где межсезонье проводил, тренировался, с кем? В межсезонье планировали поехать в Испанию, но там из-за других обстоятельств там нужно было мне немножко побыть в Москве, съездить в Петербург там. И поэтому получилось так, что второй турнир пришлось отложить в Дохе, который я провел. И в итоге решили тренироваться здесь, в Москве. Тренируюсь со своим тренером, много было с ним индивидуальных тренировок. В начале предсезонки был Андрей Кузнецов, с ним мы тренировались. Он сейчас, кстати, в хорошей форме находится и планирует возвращаться, играет очень неплохо и полон амбиций. Угу. Прямо-таки планирует возвращаться? Ну, не планирует, но хочет, по крайней мере, вот так вот я могу сказать. И играет сейчас очень здорово.
поэтому... Физически со здоровьем нет никаких проблем больше? И он много работает, и, по-моему, сейчас он вполне готов. То есть бегает, и фу-фу, но все в порядке. Это прекрасная новость. Так что, возможно, в следующем году увидим еще его. Когда ты сейчас в Москве, да, когда вылетаешь на очередную подготовку, турнир и вообще? Сейчас Новый год все-таки проведу в Москве. Я думаю, надеюсь, что это будет последний Новый год, который здесь провожу, потому что в следующем сезоне уже, надеюсь, буду проводить его в другом месте. Может, все теннисисты улетают. Ну, да, или в каких-нибудь других там местах на предсезонке или так далее. А потом, да, где-то, наверное, с января 16-17 полечу на свой первый турнир в этом году. Сейчас, наверное, в январе-феврале такие составы будут достаточно хорошие, потому что турниров мало, и составы на турнирах залов будут хорошие, но главное показывать хороший уровень игры, и тогда можно будет претендовать на многое. Саврян, что бы ты посоветовал нашим молодым игрокам, таким прям совсем молодым? У нас есть много подписчиков, которые делают свои первые шаги. Многие, кстати говоря, без шуток, следят за твоей игрой и вообще желают тебе всяческих успехов. Какие-нибудь пожелания перед Новым годом, может быть, и вообще касаемо тенниса и прогресса? Да, ну мне очень приятно, конечно, что есть такие ребята. Кстати говоря, по-моему... Я сейчас вспомнил, в Нур-Султане я встретил, там приходили зрители, и, по-моему, один или два подписчика твоего паблика желали мне удачи, по-моему, приходили болеть, и было очень приятно с ними встретиться, передавали тебе привет. Тут уже мне, в свою очередь, очень приятно. Это не Бублик и Кукушкин были? Нет, они, кстати, не уже не играли, по-моему, они по этим позволяют не играть. Но ребята, так что группа интернет такая национальная, то есть из СНГ есть подписчики. Так что, да, и, в общем, мне очень тоже приятно, что есть такие ребята. Ну, что я могу пожелать? Это терпение, в первую очередь, потому что, особенно в молодом возрасте, ну, это, по-моему, все говорят, и... что в молодом возрасте часто хочется, конечно, все забросить, и потому что не придает никаких иногда радости это дело, когда начинаешь проигрывать. Тоже тяжело продолжить заниматься своим делом, но если ты будешь работать, однажды все-таки в один прекрасный день добьешься определенных результатов, и тогда поймешь, ради чего ты занимался этим всю жизнь, потому что у спортсменов такая задача, что ты вот работаешь ради каких-то нескольких там минут или секунд даже, когда чувствуешь, что ты победил, и эти ощущения, конечно, не передать словами, это только эмоции. И, конечно, чем начинаешь ты больше побеждать, тем больше у тебя становится аппетит, становишься голодным, поэтому за одной победы хочется добиться еще больше, поэтому хочу пожелать побед, терпения и, наверное, больше радостных эмоций вот так, в следующем году от тенниса. Саврян, большое спасибо, что сегодня присоединился к нам. Всяческих тебе успехов в следующем сезоне, и не только в следующем, вообще во всех последующих. С наступающим Новым годом. И я надеюсь, что в любом случае это наша с тобой не последняя беседа. Будем находить время, следить, общаться и, повторюсь, да, будем держать за тебя кулачки. Друзья, всем тебе спасибо за ваше сегодняшнее присутствие. Да. Я скажу еще одни слова благодарности вам, тебе, за твою группу. Она у меня стоит на первом месте, всегда очень интересные, с юмором посты. Поэтому спасибо тебе большое. У меня тоже много друзей следит. Так что продолжай тоже заниматься тем, что ты делаешь, потому что, ну, мне кажется, в России один из самых таких интересных пабликов. Потому что либо все просто пишут новости, там, без всякого юмора или так далее. Ты понимаешь, что не разбираешься, поэтому спасибо тебе большое, тоже с Новым годом, и надеюсь, да, будем продолжать общаться.